Когда я работала в паназиатском ресторане, мы часто готовили битые огурцы. Это очень простое блюдо и очень вкусное. Нужны длинные гладкие огурцы, которые мы поместим в пакет и отобьем скалкой до тех пор, пока они не лопнут. Затем нарежем, разместим дуршлаг, посолим, посахарим и уберем в холодильник, чтобы стек сок на 15 минут. Для заправки нам понадобится чеснок, красный перец, чили, соевый соус, кунжутное масло, яблочный уксус. Все хорошо перемешаем. Достанем наши огурцы из холодильника и зальем заправкой. Теперь можно убрать еще раз в холодильник до того момента, как будете подавать. Перед подачей посыпьте обжаренным кунжутом. Прекрасная, легкая и очень вкусная закуска. Попробуйте. Приятного аппетита!